Я остановился в Барнауле у одного моего доброго знакомого. Тут меня постигло несчастье. Совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и унынием. Доктор, ученый, дельный, сказал мне, вопреки всем прежним отзывам докторов, что у меня настоящее подучее, и что я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы, и умру не иначе, как от этого. Я сам выпросил подобную откровенность у доктора, заклиная его именем честного человека. Теперь пойми, друг мой, какие отчаянные мысли бродят у меня в голове.